Новосибирские велогонщики Самохваловы в лидерах тура Кубани. Международная многодневная велогонка завершилась в Краснодарском крае. Первое место у гонщика российской континентальной команды ТР «Катюша» Дмитрия Самохвалова. Второе у его брата и напарника по команде Антона. Еще один новосибирец Артем Овечкин, третий в прологе тура Кубани. За 4 дня спортсмены преодолели 440 километров. Конкуренцию новосибирцам составили 150 участников из Украины, Белоруссии, Казахстана и России.